Привет, друзья. Вот у нас время без 20, а вот наши красавцы спят. Девочка и Радюха. Аллочка поехала за семенами на новую почту. Пришли нам лисы 7 расцветок. 7. А мне приказала строго-настрого ужин готовить. Ну такая сиротская кастрюлька. Ой, тут уточка и петушочек. Ну это мы греем. Богдан греет в баню, топит. Баню топит, баню. А мы, а я то играю, то смотрю, что это. А это вот сейчас мы с вами посмотрим, что ж тут у нас творится на Ютубе. Деньги, деньги сколько. Матьёв шокировал цифрами небоевых потерь в АТО за 3 года. Данил сказал, мужчина бросил наркофер, пункты пропуска на дома, переход на Зенит. Испания назначила НАТО проверку, что Венгрия сорвала подготовку саммита с Украиной. Так. Сейчас посмотрим. Украина наносит удар. По кому ж она наносит? По жителям. А, по российским танкам. Ой, божечка. Что ты? Так мы ж вроде не воюем. А как она наносит? Вот моя страничка в Ютубе. Видите? Вот, подпишись на канал. Вот, видите? Вот Сергей Котляров, головы, птица, рыбалка, хозяйство, сад, огород, много еды. 766 подписчиков. На сегодняшний день, вот 3 часа назад, выставили, Богдан выставил. Учиться, учиться, учиться. 5 просмотров. Так, сейчас посмотрим дальше, что тут у нас творится. 766 подписчиков. 223 966 просмотров. Так, а теперь менеджер видео, посмотрим, сколько ж деньги. Да мне той деньги немерено. Это я запросил повторную проверку, то что не пошла монетизация. А что оно такое? Вот это замучило, блин. С 3 роликов или с 4 один не пошла. Приходится заходить и повторно опять запрос. Открываем YouTube Analytics и смотрим. Так, 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 так. Вот такая графа, вот обзор. Данные в реальном времени, отчеты о доходах, доход. Нажимаем доход. Вот она загрузилась. Так, и сейчас мы вот тут вот стрелочка 19.10. Видишь, сынок, а у нас 28. То есть, видишь, за сколько дней почему-то нету. Как они там считают, кто его знает. Ну, не дают разбогатеть. Дурят. Пенсию не добавили в Ютубе. Дурят. Не хотят платить. Ну, вот, расчетный доход. Расчетный доход $43.43. Расчетный доход от рекламы $43.40 и 3 цента доходы от YouTube Red. Ох, раз ты, мать твою, бог за ногу. Ну вот с 27 января 16 года. Уже почти 2 года, и за 2 года бахнул $43 с копейками. Ничего себе. Вот это вот, да. Ну, ничего, бог даст, разбогатеем. А это вот, видите, как у меня прыгало, прыгало, прыгало и напрыгало.
Так. Ну, в общем, короче, ищите меня в Ютубе, вот на такой страничке. Видите, Сергей Котляров. Так и называется. Приглашаем подписчики, друзья. Заходите, подписывайтесь, ставьте классы. Я вас очень-очень жду. А пока, а то мясо переварится, Аллочка даст не то, что по мозгам, а по затылку. Пока.